Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Ну, вообще говоря, жизнь женщины – это не унижение и дискриминация. Ага. То, что вам бросается в глаза, бросаются в глаза какие-то моменты, связаны с проблематикой вашей уверенности в себе, личных границах и самооценки. Вот, естественно, сюда добавляется некая травматичность и, ну, я бы сказал, определенная, что ли, специфика, да, той среды, в которой вы находитесь или находились. Вот. Не совсем понятно, что вы хотите с этим делать. То есть, ну, вы пишете, что чего-то не хотите, вы пишете, что вы что-то делаете, вот. И, собственно, единственный ваш вопрос, да, это то, от чего мужчин никто не осматривает, да? Вот, то есть, на мой взгляд, у вас есть довольно много злости на мужчин, может быть, и так далее. И мне кажется, что с этой злостью нужно поработать, вам нужно ее выразить, вам нужно ее выплеснуть. Вот. Не только, может быть, на мужчин, да, ну и вот в целом свое негодование и так далее. Вот. А у меня есть ощущение, что сейчас вы живете в целом так, как вы хотите, и если только обрести какую-то гармонию внутри себя, да, вот, большую опору на себя можно обрести и научиться видеть в своей женственности, если хотите, что-то прекрасное, да, что-то замечательное и так далее. Вот. Я думаю, что если вам может помочь психолог, то вот в таких моментах. Еще мне кажется, что потихонечку нужно отходить от борьбы. Вам есть ощущение, что вы боретесь до сих пор ментально, может быть, боретесь с мужчинами за равенство и так далее. Вот. А никто ведь, в принципе, не спорит с тем, что действительно часто к женщинам относятся, скажем так, ну, унизительно, да, и как-то вот, ну, неподобающим образом. Вот. Я не думаю, что кто-то будет с этим спорить. Но мне кажется также, что превращать свою жизнь вот в борьбу, да, как это вот вы, по моему мнению, делаете, вот это вот, как я думаю, не есть хорошо для вас, потому что, ну, на мой взгляд, вас это только истощает и, в общем-то, ну, возможно, ослабляет даже. Вот. И мне бы не хотелось, чтобы вы как-то двигались вот по такому пути. Вот, тем более, что другой путь,
путь альтернативный, он есть. Вот. Это путь, в общем-то, достоинства, это путь, ну, такого отношения к себе с позиции своей ценности, да, с позиции своей значимости и так далее. Вот. А у вас вот тут как будто как будто бы есть, ну, такая, знаете, некоторая просадка. Вот. И я понимаю, с чем это связано, конечно, я прекрасно понимаю. Вот. Я понимаю, что это связано как раз с тем, что вот, что у вас было в жизни, я понимаю, что это связано с тем, вот, как, какой у вас опыт и так далее. Но я также думаю, что можно, можно осваивать, учиться другому опыту. Вот. Я думаю, что можно по-другому обращаться со своими чувствами, вот, со своими эмоциями, со своими желаниями. И, если честно, я даже думаю, что можно обращаться со своими целями и с тем, кто вы есть, по-другому. Вот. Сейчас вы, может быть, видите себя только как вот такой источник, значит, некоторых трудностей, вот, трудностей для себя, вот, источник, ну, проблем сейчас вы видите, но, на мой взгляд, можно научиться обращаться с тем, кто вы есть, по-другому. И в этом плане вам может помочь психолог. Вот. Вот я думаю, что ну, примерно так можно вам ответить на вопрос, да, который вы задаете. Вот. И порекомендовать вам обратиться, значит, к специалисту за психотерапией, если у вас есть такое желание, вот, и поработать в первую очередь с обидами, вот, в первую очередь с страхами, с злостью. Вот, которые, ну, присутствуют. И это нормально, да, потому что, ну, вот, в вашем случае по-другому быть не могло. Вот, значит, как-то вот постараться признать и увидеть, что вы уже, ну, не находитесь, да, в состоянии каком-то таком, ну, в состоянии войны, да, в состоянии борьбы, вот, вы не находитесь в этом,
состояние, что, что сейчас все может быть спокойнее. Вот. И вы можете попробовать расслабиться, вы можете научиться расслабляться и получать удовольствие от, в общем, того, что вы, собственно, что вы женщина. Вот. Вот как-то так. Те моменты, которые вот в вашей жизни произошло, и то, что вот сейчас вы чувствуете, это абсолютно нормально. Вопрос в том, что вы хотите с этим делать. Да. Вот. В какую сторону вы хотели бы меняться? И хотите ли вы вообще меняться? Вот. Вот как-то так. Что еще сказать? Я думаю, что есть особенности. Ну, особенности женского организма. Да, и есть особенности мужского организма. И я думаю, что эти особенности нужно, ну, скажем так, деликатно, да, деликатно их учитывать. Вот. Потому что, ну, вот, по-другому, наверное, не получится. Вот. Вот то, что хотел бы вам сейчас сказать с точки зрения вот, психологии, с точки зрения психотерапии и с точки зрения своего опыта, который, ну, который у меня есть. Вот. Надеюсь, что это было вам полезно. Вот. Ну, в какой-то степени хотя бы. Вот. И надеюсь, что это как-то вот хоть немножечко, да, сподвигнет вас на то, чтобы, значит, решить для себя, в какую сторону вы хотели бы меняться и хотели бы меняться вообще. Вот. Очевидно, что хотели бы, да, потому что, ну, если бы не хотели, то не опубликовали бы свой текст. Очевидно, что как-то вас это волнует. Очевидно, что как-то вас это беспокоит, вот, раз вы решили, значит, ну, раз вы решили написать, да, раз вы решили, ну, поговорить об этом, вот, и я думаю, что это хорошо, что вы начали об этом говорить, потому что ну, об этом нужно говорить. Об этом нужно говорить, и это нужно обсуждать. Вот. Потому что, ну, проблематика действительно существует. Вот. И мне кажется, что
она, ну, в той или иной степени будет существовать. Ну, дальше, если вот люди будут воинственно настроены, вот, и если будут все время как-то вот, ну, в борьбе проводить свое время и свою энергию, тратить на то, чтобы что-то доказать, ну, что-то доказать. Вот, по моему мнению, ну, это совершенно бессмысленно, да, то есть, мне кажется, совершенно бесполезно. Вот, просто нужно вот в этом смысле, опять же, как видится мне, значит, уметь отделять себя, да, от людей, которые вот в той или иной степени, да, нам не подходят, например. Вот. Я думаю так. Я думаю, вот такой ответ можно вам предложить сейчас. Вот. Ну, всего вам самого доброго. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Всего самого хорошего.